Привет, мои дорогие люди, дети, взрослые, мальчики, девочки, мужчины, женщины. С вами сегодня рисовать будем бабочку, красную бабочку. Надо для этого у нас перманентный маркер, красную, черную, желтую красочку, листик, водичку, бумажку, палитру и, конечно, настроение нарисовать бабочку. Так, начнем с того, вот такую бабочку мы будем рисовать. Эскизик тут я подготовила. И буду обращать на него внимание и делать бабочку. Значит, сначала мы определим длину нашей бабочки. Здесь будет у нее где-то начало, здесь, допустим, где-то здесь у нее будет конец. Вот, обратите, посередине листика чуть. Если напополам разделить еще напополам, и здесь на три части, если другую половинку, примерно конец. Кружок. Маркером нарисуем кружок. Это ее голова. Затем от этого кружка нарисуем верхнюю часть тела и другую часть тела. Тут у меня. Все это будем красочками разукрашивать, поэтому это просто наш эскизик. И какой-то такой вроде как и треугольничек. Ну, чуть-чуть вбок ушло, но очень хорошо. Здесь, значит, усики хочу. Усик раз, длинный будет у бабочки. И второй какой-то вот такой, с точечками. Колпачок мой полетел. Вот, и крылышки. Намечу себе примерно выше головы, у меня будет заканчиваться крылышки. Крылышки начинаю от верхней части. Даже вот здесь прям можно и начинать, где присоединяется голова к телу. И такую дугу рисую. Раз. И здесь тоже такую дугу рисую. Раз. Такую две дуги. Нарисовали две дуги. И затем примерно вот серединная часть тела вот здесь вот. Чуть-чуть выше серединки я беру. И я должна нарисовать, значит, соединить. Ставлю конец крылышка, представляю, что такое треугольничек здесь, и ставлю конец здесь тоже, представляю еще две одинаковых, ну, примерно стараемся отзеркалить расстояние между точечками. И теперь будем его соединять. Смотрите, кончик закругляю, делаю углубление и вывожу прямо к этой точечке. И здесь то же самое, закругляю, делаю углубление, дугу и вывожу к этой точечке. И от этой точечки я опять делаю дугу, подвожу уже к своей точечке здесь сверху, тоже дугу, и подвожу эту дугу вот сюда. Примерно верхние крылышки мы нарисовали. Теперь нам нужно нарисовать нижние крылышки. Нижние крылышки, они будут такие, как две капельки. Вот. По линии сверху ведем и сюда вот так раз. И подсоединяем к нижней части тела. И примерно стараемся отзеркалить вторую часть крылышки. Оп. Вот такие большие у меня получились нижние крылышки у моей бабочки. А узорчик у нашей бабочки внутри наметим себе. Здесь спиралька будет. И здесь будет тоже спиралька. Просто чтобы нам знать, чтобы нам запомнить. Здесь спиралька. И вот здесь тоже будет такая спиралька. Вот такие две будут спиральки. Потом на крылышках у нас будут еще такие вот тут узорчики, как желтенькие такие мы сделаем ей. И давайте, хочется чуть-чуть увеличить, я добавлю черный, еще черный такого цвета. Это будет тоже на крылышках моей бабочки такой. Я повечу, конечно, это фломастер, но... Все это, если у вас получились, смотрите, крылышки не слишком маленькие, мне хочется побольше, поэтому я делаю немножечко их шире за счет того, что у них будет такой узорчик. Добавлю и здесь черненький цвет, пусть будет тоже и здесь. Все это я, конечно, потом красочками. Здесь тоже все будет черненькое, можно вот обыграть вот так. Примерно все это дело мы сейчас уже себе наметили. Так, колпачок у меня улетел. Сейчас мне его надо поднять. Иди сюда, колпачок. Так, поднимаю колпачок. Засохнет фломастер, потом будет не очень.
Все, закрыли. Ну что, давайте начнем с того, что нам нужна красная красочка. И вот так вот я на палитрочку наложу себе красной краски. Красной красочки наложу. Вот, у меня кисточки, кстати, просто вот лежат, я себе подбираю. Листик маленький, на больших рисуете, берите побольше. Вот, красная. Красная, красная. И красной красочкой я вот так разукрашиваю крылышки. Вот, красной красочкой я просто разукрашиваю вот эту. Вот эти два верхних крылышка. Через черненький я запомнила, но я разукрашиваю все. Все разукрашиваю. Вот. Раз. И другое то же самое делаю. Вот так. Раз, раз. И разукрашиваю черным. Ой, красненькой краской. Так. Смотрите, что теперь делаем. Здесь мы тоже разукрашиваем одну третью, скажем так, часть крылышка красным. Раз. И с другой стороны тоже. Вот это все. Раз, смотрите. Оп, здесь сводим. Вот так. Просто сбоку красный цвет положили. Положили, положили. Промываем кисточку. И мне нужен оранжевый цвет. Оранжевый цвет. Мешаю я желтенький с красным. И делаю оранжевый, да, вот он у меня, сейчас подмешаю какой-то вот такой вот оранжевый, чуть-чуть понасыщеннее хочется, добавлю красного. У меня в палитрах болото, кто-то мне сказал болото, да, болото в палитрах. И оранжевым цветом закрашиваю вот эту вот часть. И здесь тоже оранжевым цветом разукрашиваю оставшуюся часть папочки. Вот так вот, смотрите. Раз. Чикап закончилась. Так. Вот оставшаяся часть папочки. Оранжевая будет. Теперь беру и соединяю вот здесь вот. Промываю кисточку. Об салфеточку чуть-чуть ее осушиваю и еще водичка есть. И все это соединяю. Беру желтенький цвет и ложу его вот здесь. Добавляю еще немножечко желтенького. Не впиталась кисточка. Ну, ничего, чуть-чуть. Сейчас все подправим. Рисуйте красочками. Красочками. Вот желтенький. Такой чуть-чуть подмешался. Оп, вот просто чуть-чуть добавить мне хочется. Здесь вот так вот желтенького, и я его чуть-чуть подмешаю еще такой, чтобы получится вроде как и свет. Вот теперь, смотрите, теперь я беру черный цвет и вмешиваю его в красный и делаю вот такой бордовенький. Так, надо мне сделать краску, а не воду, да? Черную у меня тут подсох, водички одолила, поэтому водичка набирается. А здесь у вас хорошие краски, лучше, чем мои. Так, вот смотрите, уже густая красочка, уже лучше, уже хорошо. Промываю кисточку, вытираю ее. Красочки набирать, конечно, лучше аккуратно, чтобы эта штучка не пачкалась, руки буду... И у меня всегда, всегда, всю жизнь у меня просто руки в краске. Я не умею по-другому, у меня не получается. Так, вот подмешиваем черный с красным, смотрите. Нужно такой сделать бордовый цвет. Вот такой вот потемнее. Потемнее, может, там не видно было вам. Вот такой мне черненький с красным смешиваю. И мне нужно, знаете, что сделать вот на бабочке. Подрисовать вот по форме крылышка, вот так вот чуть-чуть затемнить вот эту часть хочу. Середина крылышка делаем темненьким. Темно.
красный. Затемняем красный черным. Получается, здесь не подсохло. Ничего, сейчас замажем все равно. Все равно замажем. Пусть подмешивается, пускай. Очень даже хорошо пусть подмешивается. Вот так раз. Живописная бабочка наша. Здесь не обязательно делать все, скажем, вот сюда-сюда, а зеркально. Совсем не обязательно. Смотрите, можно здесь еще подвести. Хоп, внизу раз. И еще темно, темненьким вот этим цветом. Да? И давайте такие раз. Прокрутим и стараемся кончиком кисточки сделать такие, хоп, на крылышках еще вот так вот. Такие вот штучки. Да? Смотрите, теперь нам нужно воспользоваться черным цветом. Черным цветом. Вот черный, опять чисто черный цвет. Сюда. Беру чисто черный цвет и закрашиваю нашу бабочку вот здесь вот черненьким. Смотрите, хоп. Все прям черненьким закрашиваю. Тело. Тело черненьким. Где у нас был черный? Еще вспоминайте, как мы увеличивали крылышки. Вот так. Сюда. Вот я его ложу, черный. Вот сюда. Где я их и ложила. И здесь тоже я увеличивала крылышко, тоже черненький. Подмешался, вытру, наберу опять черненький, чтобы был. Вот так вот. Вот, смотрите, какая бабочка уже получается. Здесь внизу тоже. Просто по краешку делаю такую черненькую дугу. Вот так, смотрите. Отлично, да, бабочка подсыхает у нас. Возьмем опять, где у меня был черный смешан с красным. Такой чуть-чуть другой оттеночек. И здесь отделю немножечко я. Вот. Совсем чуть-чуть другой оттеночек. Видите, я отделила. Потом мы делаем блики, и все будет у нас очень-очень красиво. Смотрите, теперь нужна опять черная красочка. И эту черную красочку, кисточка с острым кончиком. Маркер нам не подходит. Здесь маркера сверху не должно быть. Делаем хорошую такую правильную кашицу. Не водичкой, не очень густой. Ну, попытаемся сделать эту хорошую, набрать кашицу, чтобы попала кисточка, чтобы была остренькая, хорошо рисовала у нас. И давайте нанесем наш рисуночек, нашу спиралечку. Вот так, аккуратненько. Вот так. Вот, смотрите, хоп. Оп, наметила спираль. Класс. Классно. Мне хочется потоньше. Где-то толще, где-то тоньше. Ничего, все класс. Вот, смотрите, какая спираль. Так, и с другой стороны тоже. И с другой стороны тоже самое делаем. Тоже так, раз. И спиральку. О, вот, смотрите, какие классные спиральки. Хочется, может, мне еще добавить как-то. А добавлю вот здесь еще, смотрите. Хоп, такие две полосочки. Хоп. Для украшения. Для украшения. Крылышки украшаем сейчас. Украшаем. Так, спиральки у нас и здесь. Все подсохло. У меня почти подсохло. Здесь все отлично. И поехали. И здесь тоже есть. Вот такие черные, смотрите, две спиральки. Раз. И вторую. Оп. Два. Подмешалось. Ну, ничего страшного. Добавлю черного, пусть подмешивается. Пусть на здоровье все подмешивается, как хочет. Пусть что хочет, то делает. Так, очень все прекрасно. Смотрите, давайте наметим, где у нас были три кружочка. Как будто раз, такие два и вот три. Чуть-чуть вот наметим себе раз, два, три. Так. Теперь нам нужно, знаете, давайте возьмем белый цвет. Я наберу белый, положу себе. У меня уже место в палитре заканчивается. Вот, беленький я наложила.
беленький, и я промою хорошо кисточку, вытру хорошо ее об салфеточку, и возьму беленький цвет, сделаю я серый. Смотрите, вот серенький, серенький, серенький. И сделаю, давайте, бабочку свою добавлю чуть-чуть. Раз. Вот серенький добавлю. И вот здесь добавлю тоже серенький. И на головке тоже вот так чуть-чуть добавлю серенький, чтобы она у нас немножечко была объемная. Усики, кстати, тоже можем обвести черной красочкой, тоненький идет, но можем и оставить такие, какие есть. Так, что тут теперь у нас по плану? Дальше по плану у нас украшение бабочки беленьким цветом. Хорошо кисточку промываем или берем чистую кисточку, вытираем ее и набираем прям чисто белый. Ай, подмазалась с водой. Ну, старайтесь чистый белый, чтобы был. Надо и слушать, и делать, да? И этим белым цветом мы давайте на наш... А, должно же высохнуть все. И где у меня подсохло? Подсохло у меня здесь. Поэтому я проверю на полике. Подсохло здесь. И поехали. Так. Угу. Воды что-то за много. Ну, поехали. Точно. Оп. 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 И вот точечками украшаем. Кончиком кисточки. Вот точечки больше. Меньше. Прям вот на полосочку. На завиток наш, прям ставим на завиток наши белые точечки. Смотрите, раз. И с другой стороны тоже. Раз. Здесь вот буду вот так сделать. Вот смотрите, поменьше можете, побольше, поменьше. Разные величины можете поиграть. Потренировать свою руку, да? Раз. Вот, смотрите, как уже украшена наша бабочка получается. Еще наберу беленького. Так. На кисточку. И здесь то же самое. Здесь еще не подсохло. Ну, я положу, а вы можете выберу, где подсохло. Кисточку подключу. Беленькие точечки. Классненькие. Классненькие. Отсюда мы начнем. Так, вот так. Ну, так подмазывается. Вы можете подождать 5-минуточку, сделать паузу и подождать. А я поставлю. Оп, оп. Совсем не высохло здесь. Я наберу еще по новой. И начну с другого конца, может здесь подсохло. Вот так, смотрите, оп, оп, маленький, большой. Вижу, что уже там, оп. Кисточку параллельно листику ставить, да-да, будут получаться кружки. Белый, люблю белый цвет, красивый. Так. Какие-то малюсенькие совсем. Здесь, смотрите, прям вот мелкие-мелкие вот такие вот. Можете вот здесь вот на около тела крылышко прям посыпать, вот какие-то маленькие совсем точечки такие. Ну, задание дайте себе, маленькие точечки. Куда-то вот сыпятся на крылышках, куда-то сюда, как будто блесточки рассыпались. Где-то вот на крылышке будто посыпались такие частички света, да? Совсем малюсенькие, совсем какие-то малюсенькие частички света, где-то здесь могут быть еще, здесь вот на черненьких крылышках у нас. Так, давайте добавим еще, здесь блик сделаем и здесь, пока мы белым цветом пользуемся, как раз тут уже можно еще, кстати, вот так вдоль. Смотрите, какая красота у нас получается. Здесь подсохнет. Здесь мы положим желтый, мы смешаем с белым. Сделаем такой банановый цвет поярче. Оп. У меня сложу свой листик, у меня он уже салфеточку свою, вытру кисточку. Смотрите, и вода грязная уже. Менять не буду. Закончу так. Вот желтый.
вмешаю здесь, где у меня был беленький, вот аккуратненько. И сделаю банановый цвет. Может, у вас огромные большие палитры, и вам очень удобно размах иметь, а мне вот надо тут, пока что у меня так. Смотрите, и этим желтым цветом я теперь должна сделать три кружочка вот здесь. Раз. Два. Вот где мы черненьким намечали себе, прям вот так три. Смотрите, оп. И здесь три. Раз. Два. Три кружочка таких. И я все одной кисточкой делаю. Смотрите, как, да? И давайте еще здесь поставим тоже. Раз. Два. Три. Три кружочка с одной стороны. Раз. Два. Три. И три кружочка с другой стороны. И немножечко давайте еще поставим здесь. Раз, два, три, четыре, пять поставлю кружочек. Раз, два, три, четыре, пять кружочков. И еще нашу бабочку я немножечко украшу здесь. Раз, два побольше, а здесь еще самый большой кружок, смотрите. Раз, два побольше и самый большой третий кружок. Вот, смотрите. Какая красивая бабочка получиться должна у нас с вами. Надеюсь, вам понравился этот видео, вам понравилось. Мне очень понравилось рисовать эту бабочку. Я очень-очень хочу, чтобы и у вас тоже получилось нарисовать такую бабочку. Если не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк. Будем делать красивые рисуночки.